друзья, уже времени нету, потому что Катерина сейчас придет. Пригласил ее на романтический ужин в честь моего дня рождения. Вот спрашивали, сколько мне лет, я уже говорил. Как бы я свой возраст не скрываю, я уже супер старый. Как бы надо торопиться, потому что уже осталось. Я через минут 15 она уже придет, она там в своей комнате в спальне. Но я ей сказал, что приходила в определенное время. Потому что когда я готовлю, я не люблю, чтобы не мешали. Ну, тем более, пока она оденется, там приведет себя. Даже забыл, как она называется. Короче, она будет здесь вторая. Короче, все, надо все это относить. Вот, значит, смотрите, как все красиво я сделал. Сейчас вам расскажу, что здесь. Вот. Так. Аривидерчи. Значит, ну, лук это понятно. Короче, форель. Вот эта огромная, которую я сегодня поймал. Разделанная и зажаренная с гималайской солью и перцами. Я забыл, как они называются. Rainbow Peppercorn. Вот, я вам их показывал. Вот Rainbow Peppercorn и красная гималайская соль. Пюре очень-очень нежное, то есть из gold potatoes изготовлено, то есть золотые потаты с молоком и сливочным маслом. Вот, грибы опята китайские. Ну, это просто так, чтобы хоть какая-то закуска была, потому что основное блюдо, конечно, это и это. И такие специальные хлебцы, типа багет. Вот, ну, очень вкусные. Короче, и самое основное, короче, я думаю, надо приготовить хоть что-то необычное, потому что, ну, что это рыба, там, пюре, как бы, вообще не романтика. Короче, первое, что попалось в интернете, я никогда про это не слышал, там какой-то соус вроде суперизвестный, бешамель, короче, готовится из... Если я правильно произношу, конечно, это название. Короче, готовится там молоко, масло сливочное, мука. Короче, я не знаю. Я, по-моему, все напортачил. Я решил их сделать два. То есть один классический и второй с шпинатом и чесноком. Вот этот вот шпинат и чеснок, он очень должен быть крутой. Вот этот такой. Ну и, короче, всякие там специи. Вот. То есть я сейчас, короче, пошел тоже приготавливаться. Там, ну, переодеться, все дела. И, в общем... Увидимся уже на ужине. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Ну, может, какие-то закуски еще будут. То есть, это я показал основное, там, я не знаю, может, какие-то оливки еще там найду, еще что-то такое. В общем, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.